Оккупационные спецслужбы в Крыму снова провели обыск в доме бывшего гендиректора крымско-татарского телеканала АТР Эльзары Ислямовой. Сотрудники ФСБ пришли в ее дом рано утром 9 декабря. Следственные действия длились 1,5 часа. По словам адвоката Джемиля Темишева, оперативники искали документы и любую информацию, связанную с деятельностью владельца АТР, инициатора гражданской блокады Крыма Ленура Ислямова. Ничего не нашли. Эльзара Ханум вела себя спокойно. Исследователи там и оперативные сотрудники не давали повода для того, чтобы там нервничать или там переживать. Темишев отмечает, что нынешний обыск прошел корректно, в отличие от предыдущего, который состоялся месяц назад в рамках этого же уголовного дела. Никаких претензий к следствию нет. Но говоря о том, что сам обыск сам по себе является, конечно, неприятной процедурой, но насколько было возможно, все права были соблюдены. Отметим, что всего 3 дня назад студия «Карадениз Продакшн», которую Ислямова возглавила после вынужденного ухода из Крыма телеканала АТР, был организован в крымской столице финальный концерт детского фестиваля «Татлы СЕС». Самопровозглашенный премьер Крыма Сергей Аксенов цинично явился туда поздравлять участников. Заместитель главы Меджлиса крымских татар Ильми Умеров утверждает, что оккупационные власти пригрозили организаторам мероприятия остановить концерт, если при выступлении Аксенова что-то пойдет не по сценарию. По словам Умерова, из-за детского фестиваля Симферополь наводнили автозаками и вооруженными людьми. А машину самого Умерова, который участвовал в мероприятии, перед концертом заблокировали около 40 силовиков, обвинив его в намерениях сорвать выступление Аксенова. Во вторник, 8 декабря, Аксенов также встречался с победителями фестиваля в оккупационном совете министров и пообещал, что детский крымско-татарский телеканал «Ляле», входивший в медиахолдинг АТР, получит российскую лицензию. Однако уже на следующее утро к Ислямовой нагрянули с обыском.